Всем привет! Совсем скоро, в середине 2024 года, телеканал «Россия» представит новую четырехсерийную мелодраму под названием «Горное солнце». Этот сериал расскажет историю о любви, верности и важности сохранения этих чувств, несмотря на время и расстояние. Если вы планируете смотреть данный фильм, ставьте лайк под видео и пишите свое мнение в комментариях. Главная героиня сериала «Горное солнце» – Нина Шишкина, начинающая художница. Она живет с мамой Екатериной и бабушкой Елизаветой Сергеевной. На первый взгляд у Нины счастливая жизнь. Она окружена любящими родными, у нее есть возможность заниматься творчеством, интересная работа в галерее и практически идеальный жених Сева. Но все не так просто, как кажется. На самом деле работа в галерее почти не приносит ей дохода. Старшие родственники контролируют каждый ее шаг, а избранник оказывается скучным и амбициозным карьеристом. Все меняется, когда Нина берется за организацию выставки художника из Казахстана Алекса Бертрана. На одной из его картин, изображающей молодую светловолосую женщину, она узнает свою маму. Как выясняется, много лет назад начинающий живописец получил заказ на этот портрет от Алмаза Алиева, настоящего отца Нины. Тогда он был простым бедным парнем, а ныне является успешным олигархом. В обстановке строгой секретности Нина планирует поездку в Казахстан. Она хочет познакомиться с отцом. Об этом человеке мама ничего никогда не рассказывала. Девушка даже не представляет, что увлекательный и опасный вояж, в который она отправляется, резко изменит не только ее судьбу, но и жизни всех ее родственников. Сериал «Горное солнце» обещает быть захватывающим и эмоциональным, рассказывая важные темы о семейных ценностях и личной свободе. Не пропустите его премьеру. Чтобы быть в курсе выхода новых обзоров, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!